Итак, дорогие друзья, мы приехали в деревню Василёво к нашему замечательному другу Игорю Батусову. Игорь, приветствую. Приветствую. Now we are in Василёво village and we are visiting our friend Игорь. Игорь, насколько я знаю, ты занимаешься производством деревянных игрушек. Расскажи, пожалуйста, подробнее, где находится производство. Игорь is famous for making wooden toys, and now he is going to tell us about his production and how he makes wooden toys. Да. А производство основное у нас находится в городе Дмитрове, Московской области. Ну и частично есть небольшое опытное в деревне Василёво. То есть здесь? Да, то есть здесь. Здесь вот мы делаем всякие такие лазерные поделки. Это светильник. При помощи лазерного станка и при помощи всякого оборудования станков ЧПУ мы делаем такое оружие, домики, инструменты детские деревянные и печатаем это все на принтере для того, чтобы было похоже и красиво. Our factory is located in neighbor town Dmitrov, but also we have small workshop in Vasilyovo village, and we are making wooden models of famous machine guns. Also, we are making houses for dolls, for children to play, and we make such wooden like decoration, so you can put light inside and use it as a lighter. And we use laser printer for making our wooden items. Да. It's very opportunely. Игорь, как долго ты занимаешься этим производством? Уже 15 лет. So, Игорь is already for 15 years making wooden souvenirs, wooden toys, machine guns, items of wood. Игорь, насколько я понимаю, ваше предприятие может сделать не только оружие, ну и любые деревянные изделия, так ли это? Да, мы очень часто делаем не только игрушки для детей, но и точно так же сувенирную продукцию, которая очень востребована вот в рекламном производстве. Игорь, as we understand, you make not only toys or souvenirs, but you can also make some other items of wood. For example, if someone places order, you can make design according to the customer request. Very well, отлично. Игорь, готов ли ты заняться изготовлением чисто этнической, местной сувенирной продукции, исторической, из дерева? Абсолютно любой продукцией мы можем как бы заниматься. Отлично, потому что туристы, сам знаешь, они интересуются матрешками и прочими русскими изделиями нашей местности. Таких известных центров ремесел, как Богородская, Сергиев Посад и город Дмитров. То есть все по силам. Да, конечно. Игорь, also is interesting to make like матрешка wooden toys or some local souvenirs typical for this area, for Moscow region, for Sergiev Posad and Dmitrov districts. Некоторые наши друзья интересуются оружием. Скажи, как тебе удалось создать вот такую точную копию германского пистолета-пулемета МП-40 практически с оригинальными размерами? Some of our friends are interested in guns, machine guns, and the question is, Игорь, how did you get idea to create model of such famous machine gun? Да, на самом деле это все очень просто. Берешь чертеж с интернета, даешь программу станку с ЧПУ фрезерному, он это вырезает, затем на принтере находим картинку и на принтере распечатываем, и автомат готов, очень похож на настоящий. Да, очень. So it's very easy. I found a model on internet. I copied model from internet and then I cut it off wood and used a laser printer. So the size is the same as a real machine gun. Огромное спасибо, Игорь, за гостеприимство, за то, что ты так интересно рассказал нам сегодня про ваше производство.
И мы желаем от всей души дальнейших успехов. Thank you for spending some minutes with us, and we wish you good luck and success in making wooden souvenirs and wooden toys. Спасибо. Thank you. Yeah, thank you. Урожай этим летом. Вот Игорь вырастил такие черри помидор. Please English. First summer tomatoes, so cherry tomatoes from Igor. So our first harvest this summer. Nice to meet these tomatoes. Is it tasty? Mm-hmm. Yeah, it's very tasty. Игорь, ну, приехали мы в гости на твоих лошадях к тебе. И я так понимаю, что именно в этой мастерской лошади были созданы. Да. So, Igor, we came to see you by horses created by you in your workshop. And as we understand, this is the place and your machines where you make wooden toys, souvenirs. So this is your workshop. Игорь, я так понимаю, что на этих машинах и можно произвести практически любое изделие из дерева, в том числе и сувениры, да? Ну, вот на той можно, конечно, да. Mm-hmm. So this is a machine, main machine, used to make wooden souvenirs. Mm-hmm. А провести какие-то мастер-классы, чтобы люди приехали и могли сами что-то изготовить здесь, возможно? Да, конечно, возможно. Важно, чтобы были навыки какие-то, чтобы они не повредились. А так все можно. Но мы им покажем, разумеется, то, что знаем, и они смогут сами за этим столом заняться чем-то. Да, мы можем делать заготовки, и они могут здесь собирать, конечно. Мы обычно часто очень собираем, если у башни. Здорово. So, is it possible to make any master classes, for example, if we come with guests or tourists, for them to create their own souvenirs? Yeah, of course, it's possible, and we have a big model of Eiffel Tower. And it's very often that people come and they make Eiffel Tower by themselves, for example. Сборка домика. Это домик для кошек? Нет, для детей. The construction of roof. Установка крыши. Так получается дом в доме. Опа! Ну как, уютно? Да, конечно. Кто в доме? Мышка-нарушка. Все, привет. Вот так простая конструкция воздвигается буквально за 5 минут. Вот вам. В отличие от юрты, которая ставится 2 часа. Дом готов. Приезжайте, живите. Спасибо, Игорь. До новых встреч. До встречи на мастер-классе. Yeah. Отлично. Yeah, Igor, thank you and hope to see you again. Yes, and come to join us for masterclass. So see you next time for our wooden masterclass.